Самое дорогое для каждого человека – внимание и забота. Работники ТОСов знают, чем живет каждый житель микрорайона. Вместе на уборку территории, вместе на праздники. Каждое мероприятие готовят с душой. Общественники микрорайона «Южный» порадовали ветеранов и пожилых людей небольшим, но теплым концертом в Доме культуры «Молодежный». Школьники подготовили выставку. Нарисовали, каким они видят мир после войны. Нет ничего страшнее слова «война». И вы все знаете, что сейчас воинствующие молодчики снова поднимают знамя фашизма. Не знают они, насколько это страшно, сколько горя несет. И мы должны не допустить этой войны. С концерта каждый зритель унес с собой белого голубка, изготовленного школьниками, символ мира.